Друзья, всем привет! Опять я выбрался на рыбалку, пытаюсь половить окошка. Там вот стоит рыбачок Борис Борисович. Хочет сомика. Говорит, вчера поймал двух. Одного на два, второго больше. Ну, а я пока приплыл опять на это место, пытаюсь половить окошка. Ну что, делаем первый заброс. Я думаю, что окунь должен называться. Поппер Юзури. Не хочет. Так, дальше продолжаем. Оп, есть поклевка. Есть. Мы сейчас туда его. Смотрите, не успел поппер упасть, сразу его атакуют. Есть, есть. Это мелкий. Вот он, мелкий. Нам нужен крупный. Но он там есть. Бросили. Все, поклевка. Поклевочка. Ну, это тоже такое повеселее. Повеселей. Ну что, туда же. О, и опять поклёк. Только поппер упал, два раза дернул и поклёк. Это мелкий тоже. Мелкий. Вот он. Маленький матросик. Отпускаем. Друзья, уже полчаса кидаю ни одной поклевки. Непонятно. Друзья, ловил окуня, надоело кидать. Поставил воблер и поймал щучку. Пусть небольшая. Ну, вот так вот, вот воблер. Это копия рудры Касадака, по-моему. Да, это Касадака, вот он. И взяла щучку. Доброе утро, Борис Борисович. Доброе утро. Ну что, успешно, нет? Я одного поймал, кило на два. Это вы на улитку, да? Не, на выпад. А по хищнику еще рано, да, Борис Борисович? Потому что на те выходные я здесь плавал, думал вас увидеть. Тут Мишаня стоял, он говорит, он на белую рыбу сидел. Говорит, ничего. Я слышал, вы там у себя квочили, там сидели.
отдыха, а не щуки. Это все осенью. Сейчас они все в кустах от солнца прячутся. Солнце так падает. И сейчас я вон ловил, я вон окуней ловил, сидел там выше. Ну, окунь, да. А щучка, ну там сантиметров 20. Нет, ну, естественно, я его кидаю. Ну. А то вас увидел, думаю, подплыву, год не видел вас. Да. Ладно. Он же сильный этот. Он же, у него же тело такое, как змея, и оно сопротивление с водой почти не имеет. Сопротивляемость сильная, вообще рыба такая. Но он же и сейчас будет брать, и позже будет брать, да? Сентябрь у него тоже жор, он начинает, вот в сентябре он начинает уже жрать рыбу, то есть на живца его можно ловить, вот уже на воблеры, на блесны хватает, летом нет, летом только вот такую, на такую насадку можно его поймать, там ракушка, выползок. А вы на выползка, не на ракушка, да? Нет, а улитку он не умеет. Не хочет? Нет, на улитку, его не, или улитка не радует, пиявки его радуют. Вон, видите, вот какие, какие черви, это же выползки, которые вон, дождевой червь, вот, штук 100 еще есть в холодильнике, вот 3-4 штук нацепишь, оно как клубок. А что тут за, вот я вчера плыл здесь, да, вот вечером, я там по лилиям лазил. А что это, выбрасывают? Да. Я обалдел, прям такими стаями. По 30 килограмм. Такими стаями. Да, он же стайная рыба, только начинает, только когда толстолоб это лупит, можно, вся рыба, в принципе, что уходит, потому что черт его знает. Что у него на уме, здоровая. Ни белая не клюет, и стая толстолоба, и самы даже плохо очень клюют. Ну, уже непонятно, что за... Чудовища какие-то плавают. Так я сам вчера перепугался, думал, сом, наверное, думаю, да такой. Нет, такой, такое количество. Такое, потом, да, действительно. Ну, такое больше одиночка. Он только сбивает, когда на зимовальных ямах собираются. А так, он одиночка, ему никто, друзья не нужен. А это, гадкость зайдет, как начинает, шебуршит, все распугивает, разы. Ну что, друзья, вот мой сегодняшний улов. Вот такие 5 окуней, 6. И вот такая щука. Чтобы вы понимали, вот моя рука. Ну такая, килограмма 2, наверное. Хорошие. И окуни такие зачетные. Это я уже приехал домой, потому что жарко на реке. Попозже поедем вечерком, еще попробуем вечером. Ну что, выбрался я ведь на вечерний клев. Надеюсь, что будет. Катера по-прежнему еще носятся. Сейчас начало 6-го. Я думаю, пару часиков можно будет посидеть. Или окунь, или щучка, я думаю, проклюнется. Вон там посмотрим. Наверное, буду собираться домой. Не было ни одной поклевки, ни одного тычка, ни одного выхода. Рыба в лилиях прыгает. Но у меня поклевок не было. Поэтому, чтобы не терять время, сейчас поплыву домой, буду готовить себе ужин, а завтра опять на рыбалку. Надеюсь, что завтра будет удачный день. Хотя я сегодня тоже поймал окушков, поймал хорошую щучку. Все, друзья, всем, кто смотрел, огромное спасибо. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Хотел бы еще передать привет Виктору Грау
я оставлю канал, вернее ссылку на его канал ниже в описании. Заходите, подписывайтесь. Интересный канал о рыбалке, о жизни. Он с России, из Краснодарского края. Виктор, огромный привет тебе. Пан Судак. Все, друзья, всем спасибо. Ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. А я завтра на рыбалку.